Ребят, привет! Реалинда, Калифорния, 2 октября 2021. Мое видео сегодня об одной из наших пальм. Это пинда пальм или желейная пальма. Вот видите, молоденькая, маленькая. Вот она, ну сколько? Ну, метр 80 от силы, она чуть выше меня. Но смотрите, ребят. Плоды. Я их сначала было не увидел даже. И посмотрите. Одна кисть плодовая, вторая кисть плодовая, третья кисть плодовая, четвертая кисть плодовая. Вот это пятая стрелка. И вот смотрите, шестая стрелочка, ребят. Ну это просто удивительно, фантастика. Для меня вообще как бы, ну представьте, малюсенькое растение, и оно уже плодоносит. Причем оно самоплодное, обратите внимание, то у меня не цветет. Оно в этом сезоне вообще как бы ни одной стрелки не было. А уже два раза оно, наверное, давало плоды нам, или три очень вкусные плоды. Но в этом сезоне, на удивление, сидит, ни одной стрелки не выбросило. Это же первый, здесь оно примерно 2 года у меня. Молоденькое растение вообще. Та не с такого размера начала плодоносить, оно было намного больше, намного старше. И это для меня вообще, ну, фантастика. Представьте, малышок. Вот такая красота. Я уже как бы подозреваю, не карликовое ли это вообще растение. Вот это вообще будет чудо. Это будет чудо. Ну, в этом растение тут еще, ребят, важно то, насколько вкусны будут плоды. То есть они бывают не очень вкусные. То наше растение, там великолепный вкус. Уже то, что мне интересно, то, что размер плодов это крупный. Это будет очень хороший размер плода. А вот какой будет вкус, увидим. Все, ребят, спасибо за просмотр. Bye-bye. Да, ребят, еще дополнение. Вот просто делаю видео для вас. Смотрите, вот величина деревца. Я специально показываю, ребят, размер. Особенно это будет интересно тем ребятам, которым я послал семена в подарок вот этой пальмы. Это одна из самых морозостойких пальм, которая вообще, в принципе, в мире существует. И я думаю, что во многих местах в Украине и в России, особенно на юге России, эта пальма должна расти в открытом грунте, не замерзая. То вот смотрите, видите, вот ее величина. И еще раз покажу плоды. Доча, можешь руку поставить вот плодам туда, к вот этой желтой, да. Грозди. Ну вот, сейчас это маленькая, они примерно еще в 1,5-2 раза будут плоды больше, и будет примерно килограммовая, чуть, наверное, около 2 килограмм здесь будет плодов, 1,5 килограмма. И таких вот 6 кистей, то есть очень классно. Само дерево, посмотрите, насколько красивое. Реально тропическое растение, пальма, и при этом самоплодное, не нужно перекрестное опыление, так как у него есть и мужские, и женские цветы. Все, ребят, еще раз спасибо за просмотр, bye-bye.